Лекция на тему нормы задержания. Арест – это наказывание за нарушение закона в виде задержания и дальнейшего лишения или ограничения свободы. Не путайте арест и задержание. Задержание проводится с целью временного ограничить гражданина, который всего лишь подозревается в совершении преступления. Арест же, в свою очередь, проводится против граждан, которые уже совершили правонарушение. Указанные ниже инструкции вы сможете применять и относительно к задержанию. При проведении любого ареста сотрудник полиции обязан проинформировать арестованного о его правах. После скандального процесса, аризоновского процесса в 1966 году, данный свод прав получил название правил Миранды в честь подсудимого. Во время наведения надевания наручников или после. В любом случае проинформируйте гражданского о следующих его правах. В следующем порядке. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может и будет использоваться против вас в суде. Ваш адвокат может присутствовать при допросе. Если вы не можете оплатить услуги адвоката, он будет предоставлен вам государством. И спросите у него, вы понимаете свои права. Вот. Вы не можете отказать гражданину в реализации любого из вышеперечисленных прав, если он требует их исполнения. Но вы можете не предлагать ему данные привилегии, а всего лишь перечислить их во время непосредственного проведения ареста. Вопросы есть? Нет. Нет. Так. Когда вы надеваете на ручники на преступника, что вы должны сделать? Зачитать ему права. Давай ты будешь это вызывать, а то сейчас друга не будет. Не, вы должны все сразу ответить. Можете мне написать. Ник, что надо сделать? Ник, что надо сделать? Ян, Ник, ответили, так, еще жду. Можно я сюда отвечу? Да. Зачитать права. Толстый Эрик. Зачитать права. Он повторил. Алексей, зачитать права.